Это скалка. Скалкой раскатывают тесто для пирожков. Это мясорубка. У нее внутри много маленьких ножей, которые мелко режут еду. Это шкаф. В нем много полочек. Это венчик для взбивания. У него есть ручка. Это салфетки. Их делают из тонкой бумаги. Это сковорода. Она тяжелая. Это термос. В нем носят горячий чай или компот. Это чашка. Она может быть большая или маленькая. Это сахарница. В ней хранят сахар. Это умывальник. Над ним умываются. Это кран. Из него течет водичка. Это холодильник. Внутри него холодно. Это блюдце. Оно круглое. Это совок. На его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это миска. Из нее едят суп. Это кухонная доска. Она квадратная. Это ведро для мусора. Туда бросают ненужные вещи. Это стакан. Он может разбиться. Это стул. Его делают из дерева. Это вилка. Вилкой накалывают еду и кладут в ротик. Это тарелка. Она круглая и глубокая. Это хлебница. В ней хранят хлеб. Это спички. С одного конца на них круглая точечка, сера. Она легко горит. Это полотенце. Оно может быть большое или маленькое. Это мочалка. Мочалкой моют посуду. Это кастрюля. Она может быть большой или маленькой.